Тверском городском саду установили новый аттракцион. Он станет третьим новым аттракционом, установленным в последнее время в излюбленном месте отдыха. До этого появился автодром, затем карусель «Калипсо». Хип-хоп представляет собой качели, которые поворачиваются на 360 градусов. Они крепятся на модуль, который также вращается. Аттракцион рассчитан на двух человек в возрасте от 14 лет и старше. На этот летний парковый сезон мы приготовили еще сюрпризы для наших посетителей. Мы планируем установить также два новых аттракциона в детской зоне. Планируем поставить новые вертолеты для детей, которые будут выше и интереснее. И также для маленьких горожан будет экстремальный аттракцион «Падающая звезда». Это башня свободного падения.